Добрый день, дорогие друзья! На дворе преддверие современного и модного праздника Хэллоуин, но я к вам совершенно с другим видео, несмотря на мой сегодняшний мейкап и мои аксессуары. Я просто решила быть немножко в тренде, не праздную этот праздник, хотя очень любила его в школе, но я вот как-то просто перестала. Поэтому не буду даже снимать какого-то макияжа там хэллоуинского, хотя буквально там пару-тройку лет назад мы прям по-настоящему готовились к этому празднику, красились под зомби, я помню, я красила своих друзей. Было очень классно, на самом деле, было весело, и классно получался весь этот, все это перевоплощение, но... сегодняшнее видео другое. Сегодняшнее видео... Это такое видео, которое, когда оно было первый раз, около года назад, может быть, чуть меньше, оно собрало максимальное количество просмотров. И для меня это было всегда загадкой, почему люди хотят знать, что находится в твоей сумке. Ну, то есть, как объяснить вот этот феномен того, что чем ты больше говоришь о своих каких-то личных вещах, личных своих, личной жизни, семье, детях и даже содержание сумки, тем больше это привлекательно для людей. Я, честно говоря, до сих пор не могу этого понять до конца, потому что вот для меня, я, например, ну, активный пользователь YouTube, и я люблю разных блогеров, и мне не очень интересно это видео. То есть я иногда даже пропускаю эти видео своих любимых блогеров, когда они рассказывают о том, what's in my bag, да, что в моей сумке. Тем не менее, я очень рада, что вам понравилось тогда, и я решила повторить, ну, практически год спустя, для того, чтобы, может быть, даже сравнить, что-то изменилось, либо у меня наверняка есть одинаковые вещи, которые со мной на протяжении многих-многих лет в моей сумке лежат и неизменно. У меня здесь для вас вот такая большая сумка, точнее, это рюкзак. Я вообще в последнее время, не в последнее время, а уже с лета, наверное, обожаю рюкзаки. И особенно, когда выходишь с ребенком, куда-то выезжаешь в город, рюкзак, это прям такая незаменимая вещь, потому что тебе нужно, чтобы у тебя были две руки свободные. Соответственно, еще нужно кучу разных вещей для ребенка взять с собой и носить это все в какой-то сумке красивой, да, не очень удобно. Я нашла решение, я ношу теперь это в красивом рюкзаке. Рюкзак French Connection. Я заказывала его на сайте asos.com, на моем любимом сайте. Здесь есть несколько отделений, вот такие два боковых небольших кармашка. Сюда, честно говоря, особо ничего не вмещается. Может быть, для каких-то, для телефона, но я телефон не кладу в такие места. Здесь есть вот такой кармашек передний. Сюда я кладу обычно ключи от дома, но они у меня, соответственно, я сегодня снимаю из дома, поэтому они у меня не с собой, а в двери. Вот такое содержание сумки. Сейчас буду вытаскивать просто все, что первое попалось. Итак, первое, что смотрит на меня, это моя расческа. Вы ее уже видели не раз, если вы смотрели мои видео. Это расческа No Tangle. Ну, она похожа на бренд Tangle Teeth. Очень хорошая, прям вот, ну, классная. Надо мне причесаться чуть-чуть. Так, ну, расческа нужна всегда, я с удовольствием расчесываю еще свою дочку, такой же, только чуть поменьше размером, она не спутывает, точнее, она хорошо распутывает волосы, не рвет их и совершенно не травмирует. Дальше у меня вот такая большая тут прозрачная косметичка, в которой, конечно, лежат не только лежит косметика. Сейчас у меня тут что-то половины не хватает. Мне кажется, моя дочь добралась до сумки маминой раньше, чем я, перед видео. И все тут повытаскивала. Ну ладно. Быстро пройдусь. Еще одна расческа. Просто потому что вот эта иногда слишком большая для сумок поменьше. И я ее оставляю дома и беру с собой вот такую. Это от Macadamia расчесочка. Она, ну, как гребень просто. Но тоже отлично расчесывает волосы и позволяет выглядеть опрятно в течение дня. Ну, здесь всякие косметические штучки, я не знаю, BB-крем, тинт, помада, Saint Laurent, блеск для губ, Dior, тушь Max Factor,
Что еще? Карандаш Bobbi Brown. Я, кстати, его сегодня на губах ношу. Помада от Bobbi Brown. И кольцо. Просто, видимо, мне было когда-то неудобно его носить в течение дня. Я его закинула сюда. Очень удобная вещь. Единственное, у меня вот выпала эта штучка, которая закрывает этот zip-пакетик. Но на самом деле очень удобно, когда... О, я ее так могу закрыть. Когда много мелких вещей, чтобы они по сумке, ну или вот косметических вещей, чтобы они не растеклись, не потекли, не потерялись в сумке, и был быстрый к ним доступ, вот такие вот кошелечки очень спасают. Так, дальше солнечные очки, вы их тоже видели, они не новые, они из Massimo Dutti. Очки у меня просто рандом как-то в совершенно разном порядке появляются в сумке. Я просто закидываю с утра, иногда мне даже несколько пар скапливается за всю неделю. Так, следующее это зарядное устройство, где-то я вам его показывала уже. А, по-моему, в фаворитах, да. Ну, без этого зарядного устройства я теперь вообще не представляю свою жизнь, потому что, ну, это прямо спасает, когда батарейка на нуле, когда она садится. А, поэтому всем на заметку вот такое вот зарядное устройство переносное. Так, дальше. Ну, ключи от машины обязательно автоводителям. Крем для рук. Это невероятно актуальная вообще вещь именно на холодное время года, потому что руки очень сухие, особенно у мамочек, кто постоянно там подмывает, моет своего ребенка, или моет посуду, или моет что-нибудь еще. Вот намажу прям. Обязательно нужно иметь сумки для того, чтобы ручки были ухоженные, красивые, еще и пахли приятно. Это фирма сейчас. Hand Sun. Какая-то это, наверное, немецкая фирма, потому что, да, это немецкая фирма. Я купила его в Интерфуде, просто потому что у меня не было под рукой своего крема. Один я держу на работе, один у меня вот так вот с собой и один дома. Вот здесь вот, который с собой, ну, хорошо, что он очень такой маленький, ну, пухленький, там достаточно много крема. Поэтому вот на холодное время года я прям делаю такие запасы кремов различных для того, чтобы руки не пересушивались. Иначе чаще маникюр надо делать. Девочки меня поймут. Так, дальше портмоне. Ну, в портмоне вы видели все как у меня и в прошлом году. Я не меняла портмоне. Мне устраивает, вы знаете, вот это вот Ребекка Минков. Я его заказывала на Нордстроме. Он вообще не потерся. Вот. Но это кожа, вот эта софьяновая кожа, которая такой вот обработка, если вы посмотрите. Ну, вы знаете, если вы знакомы с сумками, например, Michael Kors, то вы знаете, о чем я говорю. Он нигде не потерся. Единственное, чуть-чуть потерлись вот эти вот шипы. Они, ну вот, они были белого цвета, сейчас они немножко просвечивают медным, но это вот... Ну, любая фурнитура. И то, вы знаете, я уже, ну, наверное, года два-три уже им пользуюсь, и он реально как новенький. Я даже не задумывалась об этом. У меня даже нет желания его менять, потому что он вообще не изнашивается. Так, дальше. В моей сумке всегда-всегда есть пудра. Ну, поскольку у меня кожа склонная к жирности, комбинированное, мне обязательно нужно припудриться в течение дня. Либо матирующие салфетки. Матирующие салфетки у меня закончились, поэтому вот теперь ношу такую пудру от Bobbi Brown. Все вы ее знаете, видели миллион раз. И вот такая вот маленькая кисточка. Так, дальше мой друг Веролис, который вы тоже, про которого вы знаете, потому что я вам рассказывала в прошлом видео, если вы новенький на моем канале и не знаете, что это такое, то это такой специальный порошок, который вы забрызгиваете себе в нос перед тем, как заходить в какие-то общественные места, для того, чтобы не поймать какую-то заразу, не заболеть. Опять же, в холодное время года это невероятно актуально, всем советую. Веролис. Так, еще один любимчик, который вы тоже видели, это парфюм Coco Mademoiselle Chanel.
Он классный. Но парфюм тоже у меня совершенно разный в сумке, в зависимости от моего настроения. Иногда я вообще не беру свой парфюм, просто дома наношу, брызгаюсь и все. И выхожу. Так, что, осталось совсем немного вещей. Да, тут, конечно, немножко у меня мой браслетик со знаком бесконечность. Он сломался, и мне его надо отдать в ремонт. Порвался на руке. Наушники, которые постоянно в каком-то беспорядочном состоянии. Мне, честно говоря, надо приобрести уже такой вот маленький кругленький чехольчик для очков. Ой, для маленький кругленький чехольчик для наушников, чтобы они не спутывались. Так, книжка. Книжка «Алхимик» Пауло Коэльо. Я ее читала, когда я училась в школе. Я ничего не поняла. Мне какая-то была вообще заторможенная, видимо, в школе, если я не понимала книг. Ни «Мастер Маргариту» не поняла, ни это. Поэтому купила себе, чтобы прочитать сейчас, в более зрелом, так скажем, возрасте. Я думаю, что, наверное, очень многие люди читали эту книгу. Это на самом деле бестселлер. Но он вот как раз выстрелил тогда, когда мы учились в школе. Если честно, для меня это было, ну, не очень понятно. Поэтому вот сейчас, после прочтения, ну, какой-то отзыв обязательно оставлю, если вам будет интересно. Ну, обложка классная, мне нравится. Красивая. Я вообще люблю книжки с красивыми обложками. Это дополнительно привлекает и побуждает тебя читать. Так, ну и две последние вещи. По-моему, это последние, да. Это ручка. Ну, это вообще мультиручка. Нам подарили ее наши партнеры по работе. Ну, во-первых, что это просто ручка, да, она вот так выдвигается. Во-вторых, это фонарик, который не работает уже. Но он такой, видимо, слабый, слабомощный, но вот здесь был фонарик на конце. И это еще вот такая штука, ручка превращается в подставку для телефона. Просто вот так сюда ставится телефон, и ты можешь его смотреть что-то, какие-то видео смотреть или на работе, просто чтобы он не лежал, а чтобы ты всегда видела, что тебе там приходят, какие сообщения. Вот такая мультиручка. Ну и последнее, это тоже вы уже видели этот бальзам для губ. Это из той же категории, что крем для рук, потому что, ну, губы невероятно у меня сушатся. У меня вообще сушится сейчас все тело. И губы это вообще отдельная история. Хочется, чтобы они всегда были шелковистыми, мягкими и розовыми. Вот в этом прекрасно помогают всякие разные еще и помимо этого маски, скрабы. Но вот это прям любимый мой бальзам для губ от Nuxe. Ну все, я вот так вот быстро отстрелялась за один присест, за один дубль, так скажем. Сумка пустая, честно. Вот. Там ничего больше нету. Очень классный рюкзак. Вот так его можно как на одном плече носить. Ну, так и на двух, соответственно. Заканчиваю видео, дорогие друзья. Спасибо, что вы смотрели. Оставляйте в комментариях, как вы справляете Хэллоуин. Мне очень это интересно. Несмотря на то, что я не справляю и не планирую справлять в этом году, просто поделитесь, может быть, какой макияж вы делаете, какой страшный костюм вы выбрали, где вы предпочитаете справлять и исправляют ли ваши детки Хэллоуин. Потому что я думаю, что сейчас что очень многие дети справляют этот праздник. Ну, все дети его любят, он классный. Он связан с конфетами, он связан со всякими страшилками, которые дети почему-то очень любят. Вот. Всем хорошего окончания месяца октября. Ноябрь впереди, впереди зима. Меня лично это радует, потому что это смена сезона, и это что-то новое в жизни. Я благодарю вас всех за то, что вы смотрели это видео. Я со всеми вами прощаюсь и увидимся в следующем видео.